Новый состав правительства Тульской области официально приступил к исполнению своих обязанностей. Сегодня состоялась торжественная церемония, где назначенные чиновники принесли присягу. Я, Андрианов Юрий Михайлович, клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности членов правительства области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав, основной закон Тульской области и законы Тульской области, верно служить народу. И в кадровых решениях и новых назначениях в Тульском Белом доме разбирался наш политический обозреватель Антон Губарев. Новое правительство региона назвать новым, пожалуй, можно только официально. Работать, по сути, остается старая команда, однако ряд корректировок все же есть, и они достаточно интересны. Начнем с корпуса заместителей губернатора, которых стало на два больше. Юрию Андрианову, Галина Якушкина и Вячеславу Федорищу, Александру Сорокину присоединились Сергей Егоров и Ирина Волкова. Первый будет курировать финансы, имущество, дороги, транспорт и сферу ЖКХ. Ирина Волкова ранее в структуре тульского правительства не работала, а была руководителем проектов одного из коммуникаций. Агентств. Сферу ее ответственности номинально будут входить взаимодействие со СМИ, службы секретариата и протокола. Теперь перейдем непосредственно к составу правительства, председателем которого остался Юрий Андрианов. В новой структуре у него 5 заместителей. Марина Левина, социальный блок, Григорий Лаврухин, экономика промышленности ТЭК. На повышение пошел Дмитрий Миляев, который продолжит помимо сельского хозяйства курировать вопросы экологии, комитеты по охоте и ветеринарии. Правительство после года работы в администрации ТУ вернулся Валерий Шерин. Он сменит на должность зампреда по вопросам местного самоуправления Владимира Ярошевского, который покинул область. Неназначенным к этому моменту остается только один заместитель, руководитель представительства при правительстве России. Одно из самых заметных структурных изменений – возрождение Министерства имущественных и земельных отношений, которое возглавил новый для области человек Михаил Пантелеев, который ранее был советником одного из департаментов федерального правительства. Из состава Министерства культуры был выделен специальный комитет по развитию туризма. Руководителем будет создатель одного из тульских музеев Сергей Кузнецов. Достаточно интересное назначение произошло в Корпорации развития Тульской области. В УГАЭ структуры, работающей с инвесторами, стал Олег Липатов, бывший руководитель «Нафта Москва» и вице-премьер Дагестана. На должность руководителя секретариата назначена Екатерина Куничкина. Из состава Министерства информатизации были выделены пресс-служба, протокол и комитет по печати и массовым коммуникациям. Последний возглавила Марина Панова. Не будет таких остановок, поскольку главная задача — это реализация программы, которую утвердил Алексей Геннадьевич. И для этого должны быть мобилизованы и правительство, и все жители активной Тульской области. Поэтому очень хорошо, что не будет времени на пересадки, перестановки, а область спокойно продолжает, как мне кажется, конечно, продолжать будет работать. Мне очень приятно, что возглавляет правительство Юрий Михайлович Андрианов. Я очень уважаю этого человека и считаю, что многое, что сделано хорошего в Тульском регионе, благодаря его заслугам. Несмотря на отсутствие серьезных кадровых перестановок, назначение нового правительства видится не просто как начало нового политического сезона, а начало новой эпохи губернатора Дюмина, который после вступления в должность заявил, что будет заставлять работать министров. На мой взгляд, это говорит о том, что чиновникам еще неоднократно предстоит доказывать свою эффективность, достигая поставленной задачи. Для жителей области такая мотивация членов правительства пойдет только во благо. Антон Губарев, Олег Тулашов, Вести Тула.